То есть не кажется это как-то даже, ну, унизительно, может быть, в политическом плане немножко? Все приняли, и потом по указке из Москвы, да, начали поэтапно сверху вниз все это отменять. Слушай, ну вот как к этому относиться? То есть, если мы на сегодня говорим о том, что Екатеринбург активно выстраивает отношения с областью, да, и у нас сегодня область многие вопросы нам решать помогает. Если сегодня субъект выстраивает отношения с федерацией, то можно, конечно, сказать, что мы самостийны и не дождаться федеральных трансфертов, денег на развитие всего остального. Федеральные структуры, областные структуры, они субъекты переговоров при развитии города, и это правильно. Если сегодня там та же партия, которая помогает нам теми или иными финансовыми делами, политическими делами, говорит, ребят, мы считаем, что нужно сейчас этот вопрос, не время, нужно вернуться к обсуждению этого вопроса, ну давайте, значит, будем делать так, как есть. Конечно, в администрации все ждали. Конечно, у нас давно не было увеличения заработной платы. И это не то, что увеличение, это реформа. Мы хотели внести надбавку за наставника молодых, чего у нас нет, а с молодыми госслужащими надо, чтобы кто-то занимался. Мы хотели внести надбавки по принципу уплаты премий, когда премия платится не как часть зарплаты, к чему все привыкли, а премия платится за какой-то результат. Да? Сейчас нужно будет смотреть. То есть если мы это все отменим, это все отменится. Если мы это не все отменим, надо смотреть, в каком виде это оставлять. Сегодня будем с депутатами вечером советоваться.